Итак, приветствую на своем канале. Сегодня будем продолжать сборку бензопилы Most Power. Прикупил новые амортизаторы. Цена вопроса 115 рублей. Чемпион. Количество 5 штук. Вот такой вот четкий пакетик. То есть фирма, блядь, не какая-то подделка по типа United Parts, которые в каком-то пакете, блядь, непонятно, и в количестве 4 штук. То есть полный комплект амортизаторов. Комплект здорового человека. Так, низкий амортизатор установил. В количестве 3 штук. Здесь у нас пружинка идет. Ну и 2 высоких пойдут в бензобак. Ну, а перед тем, как поставить бензобак на сам как бы силовой агрегат, надо все это дело отмыть. Комплектация у нас с праймером. Праймер работает. Сейчас все сделаем по фэншую. Все будет чистое, отмытое. Ну и как бы все соединится. Так, бензобак отмыт со всех сторон. Единственное, что сегодня не смогу ее собрать полностью. Ну, точнее, смогу, но не будет работать включение зажигания, поскольку кнопка была припаяна, и все это дело при разборке я выломал. Точнее, оторвал все провода. Клемм не было, было припаяно где-то, блядь, на какой-то петельке, блядь. То есть хотел как бы все припаять по-человечески, но, как всегда, приехал неподготовленный, не взял с собой паяльник, припой и канифоль. То есть собрать-то соберем, но потом придется вот эти две подушечки открутить. Может быть, 3. И как бы уже вставить кнопку с проводами. Ну, или можно прямо отсюда вставить. То есть все это делается легко и непринужденно. То есть вот так вот все выглядит. То есть хотелось, конечно, на продажу сделать более качественно. По-человечьи, блядь, а не вот так вот, блядь. То есть припаяем 2 провода, один с клеммой, другой на катушку кнопки дома. То есть можно будет ее взять домой в город и завтра как бы собрать. То есть припаяться к кнопке и уже отсюда завести. Одну клемму вывести сюда на болт массы и на клемму самой катушки. То есть все это хуйня полная, блядь. Делов на минуту. Так, продолжаем сборку. Сейчас я выколпаю старые амортизаторы, ставим новые. Ну, уже все это соединим вместе. Так, амортизаторы полностью прикручены. Единственное, что нет вот этих вот заглушек, только на бензобак 2 штуки. То есть на Озоне можно купить комплект амортизаторов, комплект таких заглушек и комплект винтов и саморезов. 440 рублей цена вопроса. Меня жаба как бы задушила, поэтому будем собирать без них. Тем более, что на продажу похуй, блядь. То есть видимо, здесь как бы место есть, чтобы выключатель с проводами просунуть. То есть все тут четенько сделаем, все как надо. Какой-то, я не помню, провод шел вот здесь или же где-то здесь. То есть надо будет видосы старые посмотреть. Ну, как бы это провод вот сюда от массы завести. Так. Ну что, можно поставить зубчатый упор, я думаю. Сейчас отсюда его сниму. Ну, это старые картера, кто не помнит, которые все были в таком состоянии. То есть это правая половинка, ну а левая у нас вся на холодной сварке. Кто забыл, возможно. Так, карбюратор на своем месте, шланги подключены, кроме импульсного. Сейчас я его подкину.
теперь можно прикрутить скобу, я думаю. Так, скоба на месте, и можно вот эти вот заглушки вставить на свои места. Ну, практически собранная пила. Так, все стоит. Проводочек поставил, чтобы на всякий случай можно было заглушить без кнопки. Все на своих местах. Некоторые болты пришлось снять с этого блока. Назовем его так. Так. Крышка маслобака отмокает. Это со старого картера. Потому что на этом нихуя не было. На это, с этого картера я снял и поставил на 660 штиля. Так, сейчас предлагаю залить немного топлива. Поскольку здесь прокладки нихуя нет. Вот такая вот шляпа стоит, какая-то самопал, блядь. Ну, то есть вот это резиновое кольцо, оно должно быть не круглое, а плоское. То есть не от, то ли не с этой пилы, то ли просто все рассохлось. Герметизации нихуя никакой нет. Все утекает, поэтому бензину можно будет налить сантиметра два максимум. Ну и попробуем завести. То есть я как бы ничего не регулировал, карбюратор даже не разбирал, только обмыл сверху от загрязнений, и все. Попробуем запустить. Так, крышечка на месте. Фильтр живой. Оборотка такая, блядь, латентная, блядь. Ну да ладно, хуй с ним. Так, смесь у нас 1,35. Где-то кубик масла еще плеснул. То есть это от бензокосы. Которую гоняю 1,35. Ну а сейчас где-то 1,25-1,30. Поскольку у нас тут все новенькое. Так. Масло побольше на первый пуск, так скажем. Кстати, вот эта пила, она стоит новая в районе червонца, но я не вижу ничего, за что бы можно было дать эти деньги. То есть что это мост повар что-то новое в магазине «Инструментальный мир». Так, праймер полный. Так, надо где-то, блядь, закрепить телефон. Когда-нибудь я разбогатею, куплю себе штатив. Но, как показывает практика, если не заниматься хуйней, записыванием таких видосов, то свои дела делаются намного быстрее. Раза в два, в три быстрее, чем при пилении контента, так скажем. Так. Крючок заслонки куда-то пропал, блядь. Вот я его положил, блядь, в карман. В кармане, блядь, оказался. Так, заслонку прикрыли. Так, все, заебись. Вспышка была. Открываем. Проводочек пока сюда. Мне кажется, холостых маловато, блядь. Маловато. Маловато будет.
Такс или Эль. Так. Чихпых, блядь. Чихпых, блядь. Надо регулировать карбюратор, блядь. А возможно, в карбюраторе конденсат. Холостых вообще нихуя нет, блядь. Ну то что заводится с нажатым газом, не хватает воздуха, блять. То есть возможно в каком-то канале вода, возможно что-то еще. Можно в принципе снять карбюратор с этой болванки, но этим я буду заниматься в другой день, поскольку время уже 5 часов вечера, через час будет темнеть. Ну и желания как бы пока что нет заниматься вот этим всем, блядь, на свежем воздухе. То есть агрегат рабочий, остались небольшие нюансы. Найти холостой ход. Куда он делся, непонятно, блядь. Такое очередное видео ни о чем. Что надо доделать, какие-то незаконченные дела. То есть сейчас автомобиль у меня полностью собран. На следующей неделе будет помещено объявление о продаже. Ну и на этом как бы остается время для других как бы дел. В частности, собрал практически Most Power. Ну и на этом я свое видео заканчиваю. Всем пока.